Починки! Сколько снега, да. Снег такой пушистый, красивый. Мама, обойдите меня снег. Прям сказка-сказка у нас сегодня. Аккуратненько. Ну вот, садись на пол. Ой! Шапку потерял. Да, я шапку. У нас такое солнышко. Я еще очки забыла. Всем привет. Гулять пошли с Евой. На улице мороз, минус 6, но по ощущениям пишут как минус 10. Ну такой у меня нос уже красный. Еще ветерочек. Так, холодновато, но мы утеплились. И у нас такая вся неделя. Сегодня ночью даже минус 16, будет ночью опять минус 16. Для Германии, конечно, это очень холодно. И вообще в этом году зима такая прям снежная-снежная. Говорят, давно уже не было такой снежной зимы. Прям настоящий. Снег не тает, пушистый, такой скрипучий. Классно. Давай, одевай снежку. Вот. Еще у нас опять продлили карантин наш, локдаун до 7 марта. Но самая главная новость. Открывают школы и открывают детские сады. 22 февраля, следующий понедельник получается, через неделю, через 10 дней мы пойдем в садик. Я так довольна, я больше, чем Ева, больше, чем все. Потому что это сидение дома, это уже, не знаю, чересчур. Карина тоже пойдет в школу, но наша школа не откроется, где я изучаю язык. Мы не дети, поэтому мы нет. Мы остаемся на дистанционном обучении. Но все равно я рада, что у меня Ева пойдет в садик. Это самое главное для меня. Ой, холодно. Рука мерзнет. Будем гулять дальше. Сейчас погуляем чуть-чуть. Часик пойдем. Очки забыла. Солнце такое вообще. Сейчас все морщины будут мои. Готовлю обед на завтра. Хотела поужинать над этим, но уже не буду, потому что у нас уже поздно. У нас уже 7 вечера. И я уже просто себе сделаю там салатик с рыбкой красной. В общем, у меня здесь индейка. Морковка, черри. Это капуста цветная. Еще нужно было сюда лук, но я забыла купить. В общем, поперчила, посолила. Специи добавила и сверху. Сейчас я выложу, это сладкий картофель. Сверху выложу картофель и буду запекать в духовке. Час у меня будет на запекаться. При 180 градусах. И потом в конце еще сверху сыром посыплю. В общем, такой у меня будет обед. Ленивый обед называется. Вот таким слоем плотным я покрыла. Получается, у меня все спрятано под шубой такой. Под картофельной шубой. Пылу и жару. Я уже попробовала. Картошечка такая сладенькая, вкусненькая. Но кушать уже буду завтра. У нас уже поздно. В общем, пока перекладывала в посудину и попробовала все по чуть-чуть. Попробовала и капусту, и морковку, и картошку, и помидорчик, и мяско кусочек. Мясо такое сочное, вкусное, обалденное. Вообще пальчики оближешь. Сегодня 14 февраля. Всех с днем влюбленных. Муж подарил мне розочку. Вот в такой штучке. Розочка. Одна штука, когда покупаешь, в такой контейнер кладут. И все, не нужна ваза. Можно хоть куда поставить. Вернее, менять очень воду удобно. Слил, залил. А вот эти штучки я оставлю розовые. Гулять в лес. Хотя на улице такой морозильник. Ночью было минус 19, да? Минус 16. Утром еще было минус 16, но сейчас уже все потеплее, солнышко. Мороз и солнце, день чудесный. У нас сейчас уже минус 8, сейчас пока доедем. Уже будет минус 6, но все равно утеплились так хорошенько. Поехали. Я, Миша, Ева. Карина дома не ночевала. Где-то гуляла всю ночь. Сегодня у нас день влюбленных, день семьи.
папа дочь повел фотографироваться в снегу. Вот тут так холодно, холоднее, чем в Нюрнберге. Вообще, я уже вся замерзла. А мы только-только, я не знаю, начали свой путь лесной. Но классно, воздух такой чистый, свежий, хороший. Давай я тебе буду кидать. Давай, кидай. Догоняй папу. Эй, давай еще. Запоминай дорогу, чтобы не потерять. Показываю свой лукмычок. Такие у меня вот валеночки. Очень тепленькие. Мы уже нагулялись, нафоткались. Я же переоделась, нашла свои очки, ни разу не одевала. Такие мама, интересные, свет у меня, жизнь в розовом цвете. Очки тебе померить? Да. Давай померим ей очки. Давай, она меня одевает, Вася. Подойди ко мне поближе. О, они такие большие. Подожди, смотри на меня. Ой, ну ты красотка. Они немножко большие, да? Да. Папа! Давай. Папа, там ты упадешь. Давай ручку. У нас тут препятствие, да? Давай руку. Да. Я хочу вот так. Перепрыгивай, да? Давай, догоняй папу. Камера вся в снегу. Ой, ну, конечно, мы наморозились, но классно. Подышали, погуляли. Идем домой кушать мороженое, да, Ева? Да, мы догонимся. Парсерта. Закончилась наша прогулка. Сейчас такое солнышко. Вот здесь на солнышке стоим. Прям тепло-тепло. Прям теплый-теплый. Ева, ты маму любишь? Да? Да. Давай играть постоять за мной. Угу. У нас ленивое воскресенье. Мы погуляли, скажи, да? Хорошо так погуляли. Я замерзла, оделась в свою шубку. Такая у меня есть теплая кофточка. Она вот такая вся, теплая-теплая. Что-то какая-то серая. Света нет совсем. И смотрим Бетховен. Уже второй день смотрим Бетховен. У нас уже, наверное, третья часть. Ева плачет, мама плачет, Ева плачет. Собачку жалко. У Евы тут творческий беспорядок, да? Ева, что ты закончила рисовать? Еще нужно рисовать? Ты рисуешь? Нет, я хочу играть, повторяй за мной. Вообще обожаю Бетховена. Я уже даже не помню, вот так вот частями что-то помню. Тут помню, там не помню. Мама, давай вместе играть, повторяй за мной. Да? Ну давай поиграем чуть-чуть. Давай. Мама. Я вот такая в этой юбке колхозница у меня. У меня сегодня гороховый суп. 100 лет я его не готовила. Лет, наверное, 7-8 точно. А может быть и 10. Но у меня тут на этом индейку я добавила. Филе индейки. И остальное там горох. Надеюсь, будет вкусный.
но по запаху очень вкусно. Ну, так это же маме. Ну, это тебе. Это мне? Да, а я на мне. Мама купила себе крем, и мне дали еще пробник. А мне... Ева не дает. Она говорит, это маме, а это Еве маленький. Да, а я... А что ты будешь мазать себе, Ева? Поставлю здесь. А что там у тебя, прыщи? Да, прыщи. Да потом... это маме прыщи, маме надо мазать прыщи. И мне. Нет, не открывай. Сейчас будем с Евой заниматься, лепить жуков. Нашла пластилин, у меня такой, оказывается, был где-то там в закормах. Уже как раз возраст подошел. И будем с ней сейчас лепить. Да? Будем лепить? Да, видишь. Ну вот. Наши подделки. Может быть, кто-то кого-то узнает. Этот похож. Этот нет. И Каркарыч еще вроде похож. Вот эту розовую гусеницу Ева делала жукам. Я помогла чуть-чуть. Оранжевая. В общем, позанимались чуть-чуть. Но в основном я, конечно, делала. Ева только смотрела, командовала. У меня запоздалый ужин. У нас уже вечер. Сколько? 7:30. Я только села ужинать. И у меня осталось 3 яблока, и мне так жалко было их выкидывать. Я вообще не люблю выкидывать продукты. Это, наверное, еще с детства. И приготовила вот опять эти оладьи. Положила туда там яблочки такие маленькие. Они же все сохлись, но они такие сладкие-сладкие. И сделала оладьи. Яблоко, отруби пшеничные, 2 яйца, соль. А, еще корицу посыпала. И все, больше ничего не клала. На кокосовом масле. И сейчас вот с таким творожком буду есть. Это не сладкий, такой соленоватый он. Творожок. Вот типа на хлебушек мазать я буду на этот. И зеленый чай у меня. У меня была поздняя тренировка, когда все дома, вообще невозможно тренироваться. Уже поскорее бы всех отправить в садик, в школу. На улице +8. И к нам сразу же в гости пришел мистер Жук. А Ева говорит, пчелы погубить. Я думаю, какие пчелы? Она увидела у нас на занавеске вот этого жука. Я так боюсь, они такие противные. Только плюс, уже не знаю, откуда он взялся. Будет сейчас в магазине Lidl. Не стала снимать, там очень много. 4 сумки на 160 евро. Вот. И купила я. Уже во все продается, все к Пасхе. И я купила веночек. Что ж такое? На дверь. Кстати, там уже оставалось 3 венка всего. И все разбирают, потому что другие магазины закрыты. И поэтому только в продуктовых цветах. И вот такой милый зайка. 2 милые зайки. Бант. Повешу на дверь. 2 евро стоило всего. Деревянный, такой приятный. И еще взяла вот такие штуки. 12 штук, 3 евро. Силиконовые. У меня есть, но очень мало. Надо было 2 брать все-таки. Ну ладно. Буду делать маффины. Крем у меня такой интересный получился в этот раз. На торт очень вкусный, всем понравился. Я вот хочу делать маффины вот с тем кремом, который получился. И всем подошел, зашел. Но маффины будут уже в другой серии. Так что в следующей серии ждите маффины. Не ПП, но вкусные. Надеюсь. Вот, а у нас весна пришла, на улице +11, но я все равно замерзла. Как-то такой ветер, такой холодный-холодный. Такой, не знаю, порывами неприятный. Так тепло на улице, но вот ветер подует, все, уже как-то холодно. Или просто я мерзлячка такая. Но уже пришла весна, и дождик сегодня был, и солнышко, такая погода, и пахнет прям весной-весной. Так что всех с весной. Все, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Чао.